Дорогие друзья, школа кулинарного мастерства «Сияна» на протяжении 20 лет выпускает и уже выпустила более десятка тысяч. Дорогие друзья, школа кулинарного мастерства «Сияна» на протяжении 20 лет выпускает и уже выпустила более десятка тысяч специалистов различной отрасли. Это как кондитеры, это как официанты, бармены. И почему нужно выбрать именно эту школу? Все потому, что в данной школе не проходит теорию, а все происходит на практике. Я хочу, во-первых, от всей души из «Сияна», дорогая, поздравить. И я хочу сказать, что вы не просто женщина, вы женщина в каких-то... Thank you.
Дорогие друзья, школа кулинарного мастерства «Сияна» на протяжении 20 лет выпускает и уже выпустила более десятка тысяч специалистов различной отрасли. Это как кондитеры, это как официанты, бармены. И почему нужно выбрать именно эту школу? Все потому, что в данной школе не проходят теорию, а все происходит на практике. Я хочу, во-первых, от всей души из «Сияна», дорогая, поздравить. И я хочу сказать, что вы не просто женщина. Вы женщина в каких-то, знаете, 150 смыслах этого понятия. Во-первых, вы просто красавица. Во-вторых, вы роскошная мама. Да? В-третьих, вы шикарный руководитель. В-четвертых, вы прекрасный повар, который готовит. Ну, в-пятых, вы просто прекрасный человек и собеседник. И так можно перечислять бесконечно. Это все вы. А самое главное, что меня всегда восхищает в женщинах, это умение руководить и создавать что-то вокруг себя. И судя по тому, какие люди вас окружают, вы действительно человек, который человек с большой буквы. И я хотела бы сегодня опротестовать две фразы, которые в обществе приняты, да, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, и что мужчины любят глазами. Должна сказать, что мы, женщины, любим теми же самыми органами чувств. Потому что путь ко мне тоже лежит через желудок. И Сияна этот путь прошла давно, безоговорочно, и я в нее влюблена. Еще раз поздравляю, я не знаю, как это назвать, юбилей, день рождения, триумф, но вас с триумфом, с юбилеем! Да, вот Мусе не даст соврать даже. Поздравляю, поздравляю с этим замечательным праздником. Дай Бог побольше таких прекрасных дней. И хочу отметить, что школа «Сияна» — это школа кулинарного шедевра и мастерства. На самом деле так оно и есть. Хочу еще сказать, что очень немаловажный фактор тот, что здесь все девочки — это люди с большой буквы. Добрые, душевные, открытые, всегда готовые помочь. Это очень важно для меня, потому что я считаю, что человек должен быть не только талантливым, но и известным, но еще и человеком с большой буквы. И здесь именно такие люди. Ура! С праздником всех! Добрый вечер всем, добрый вечер всем знакомым моим, я вижу очень много лиц. Хочу от всей души поздравить Сияночку в первую очередь с днем рождения, поздравить школу «Сияна» с таким знаменательным событием. После всего увиденного и услышанного, я думаю, что я обязательно должна стать участником этой школы. Я обещаю, что не задержу это. И в ближайшем будущем представлю вашему вниманию свои тоже кулинарные изъятства. А школе «Сияна» желаю побольше, наверное, реализации всех поставленных целей. Я думаю, все, что они сделали, это уже отражается сейчас на наших столах. Видно все и вкусно, и мы оценили, и думаю, все, кто будет пробовать вот блюдо, которое готовят девочки, с удовольствием большим. День рождения. Сияночка, процветание твоей школе. Я думаю, где еще твоя школа выступала во всех конкурсах России?
Она выступала во всем мире. Выезжали во Францию. В Кремле выступали. Вы Республику Дагестан как бы представляли. Вы нигде не посрамились. Вы везде имели как бы... Да, все достойно, это все прошло, и было очень много грамм благодарности. Я думаю, что это не просто так, это очень большой труд. Я считаю, что это не каждому дано. Есть талант, есть наши девочки-подружки, они поют. Есть талант, который человеку, вот как к тебе, организатору, вот даже уже повара мы тебя не можем назвать, потому что в твоей бригаде есть столько много поваров, которые ты обучила. У тебя очень много учителей в школе, которые прошли тоже вот за 20 лет, они обучились и дальше ушли, многие открыли свою отдельную, как бы свою работу. Я думаю, что это очень большую работу ты провела за свою жизнь. Мне кажется, сейчас я желаю процветания тебе, твои внучки, которые тоже назвали Сияна. Я думаю, что дальше тоже генетически это все передастся, и она уже дальше тоже будет продолжать вашу семейную вот это все лепту. Тебе здоровье самое главное. И вот я хочу еще дать вот девочкам, чтобы каждый добавил понемножку на... Сияна Устаровна, добрый вечер, гости. Я вам желаю здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Дай Бог, чтобы все, что вы вложили за эти 20 лет, несмотря что вы ребенок 90-х, вам всего лишь 18, я желаю вам плодотворной жизни, чтобы каждый прожитый день приносил удачу, позитив. А самое главное, чтобы ваши гости были всегда довольны и уходили с вашего заведения, говорили: ах, какая женщина, она не только прекрасный повар, она не просто, ну, шедевры. Я желаю вам всего самого-самого лучшего. Как Ханум сказала, дружбы после 25 лет не бывает. Но так как вам с Ханум Чикар по 25, сегодня вам 20. Успехов, успехов во всем. И дай Бог, чтобы ваша дочь Патюля и ее дочь Сияна воплотили то, что вы не успели воплотить. Всего доброго. Сказано хороших слов, я присоединяюсь. Я Сияне сегодня сказала, я говорю: Света, ты достойный образец женского рода, на которого можно равняться. Вот как в одной песне говорится: ты себя сделала сама, ты никому ничего не должна. Вот я, например, так считаю, я вот на тебя смотрю, я понимаю, что женщина в этой жизни тоже может что-то сделать, и сделать достойно, красиво. Я желаю тебе здоровья, чтобы твои близкие рядом были с тобой, тебя радовали. Таких земных радостей. Ну, несмотря на разницу в возрасте, мы с Яной подруги. Я даже эту разницу не чувствую, потому что она и как подруга, ну вот как бы не считая ее деятельности, которой она занимается, да, в паспорте, скорее всего, опечатка. Я и чувствую, что мы ровесницы. Сиян, дай Бог тебе здоровья просто и всех самых-самых лучших благ. Сияночка, мы, конечно же, поздравляем тебя в твоем лице, школу. Я хочу сказать, что ты для нас пример. Пример трудолюбия, таланта, профессионализма, пример мудрой женщины. Желаю тебе, ну, процветания сказать, это просто вот ничего не сказать, новых вершин. Сияночка, с днем рождения вас, вашу школу. Поздравляю всю вашу семью. Всем вам большого процветания, красоты и успеха. Сияночка, я очень хочу, чтобы внучка была на тебя похожа. Клянусь, эта женщина, которая умеет так готовить, это многого стоит. Дай Бог тебе здоровья. Спасибо, спасибо. Ну а теперь, друзья, хотелось бы поставить троеточие этому мероприятию. Его может поставить только сам виновник этого торжества, генеральный директор Гамидова Сияна Устаровна, которой хотелось бы предоставить слово. Что сказать? Я думаю, почему мы раньше 10 лет не отметили, 5 лет не отметили? Почему до 20 ждали? Вот что я думаю. Надо было, конечно, это сделать раньше. Красивые люди, очень уважаемые мной, очень компетентные, оставили свои дела, пришли, поздравили нас. Очень вам благодарны. Мы хотели вам очень понравиться. Не знаю, как это получилось. Так, поэтому ждали. Мы очень... Ну, я вам скажу, что столько лет школы,
Если бы, конечно, не муслимат, этого дня сегодня тоже не было бы, может, еще. На самом деле, очень мало времени и много работы получается. Но Муся сказала, муслимат, что это надо сделать, надо его обязательно сделать. И вот она под усиленным таким нажимом этот день сегодня сделали. Но мы сейчас видим какие-то ошибки, видим какие-то моменты. Так что репетиция прошла, я думаю, успешно сегодня. Но на будущее мы уже будем знать, как это сделать еще лучше. Если вам нужна будет наша помощь, сидящим в зале, сделать такое мероприятие, сделать лучше, сделать эксклюзивно где-нибудь на вертолетной площадке или еще где-нибудь, это мы все к вам приедем, сделаем, все вам покажем и вас обрадуем. Всегда пожалуйста. Спасибо. Спасибо огромное. Так, я вспомнила одну свадьбу. Просто хочу рассказать. Это было давно. Сияна Устарна приходит и говорит: ой, меня отвели, говорит, хозяева свадьбы, и показали такой заброшенный берег около моря. И я говорю: и что, Сияна? Она говорит: ну что, я сказала, сделим постелим, столы, стулья, да, газон, это постелим, столы, стулья, привезем чехлы, палатки. Я на нее, я ее слушаю и думаю: а печки? Она говорит: печки отвезем, газовые баллоны установим, кастрюли повезем. Я говорю: Сияна, да откажись, зачем тебе это? Она говорит: нет, ты что, нет. Вот первая свадьба на берегу, вот в таких условиях, официанты эти кепочки, чтобы от солнца не сгорели, в кепочках, все в формах еще. И вот это все она организовала. И уже вот ее команда, весь ее коллектив, повара, официанты, которые с ней уже долгое это время, они знают, что слова «нет» нету для Сияны. И вы знаете, это была такая свадьба, я не знаю, вторую такую свадьбу я не видела. Это вот были, там была такая организация, это было лазерное шоу, все. Все было на таком на уровне, но после этой свадьбы я когда смотрела на поваров и на официантов, которые были все сгорели, все, но они все равно сыграли эту свадьбу. Я просто хочу сказать, Сияна, что ты молодец вообще. Когда сейчас тебе говорят, что будет скоро вертолетная площадка, я тоже не удивляюсь. Мне кажется, ты на вертолете тоже куда хочешь полетишь. Ну так, давай, Майя, за тебя, родная.